Что-то там откололось. Почему-то все без кривой у нас. Почему это так? Почему же? Потому что падает. Ай-яй-яй. Из чего же? Давай, укрепляй пока. Нужно пока подвинуть. Надо рабочую зону определить на столе. Давай ко мне сюда двигаемся немножко. Привет, привет, Леночка. Привет, апельсиночка. 100 лет тебя не видела, не слышала. С Новым годом. С Новым годом, дорогая. Чтоб этот год был еще лучше. Да, чтоб он был благополучным и процветал, как говорится, в наших профессиях. Настюшка, привет! Здравствуйте, Викуля! С Новым годом всех, девочки! Апельсиночка взаимно, моя хорошая! Скучаем по тебе! Спасибо, Леночка, тебе за приглашенных! Здравствуйте, Марго! Я тут стараюсь настроиться. Хочу сделать, нарисовать для вас легкий-легкий зимний дизайн, который, в общем-то, уже имел место быть в прошлом году. Ой, Гиперборея, Саш, привет! Всем здравствуйте, девочки! Новый год прошел, теперь у нас будет скоро Рождество, да? А на рождественские праздники мы приготовили вам, как всегда, скидки 15%. Так что с завтрашнего дня, но официально, неофициально, уже сегодня по промокоду 2019 промокод на сайте. Просто. Да, просто циферками. Вы получите 15% скидку на всю продукцию Art Nile. Поэтому добро пожаловать, заходите на наш сайт artnile.su, где вы увидите все наши материалы. Там сразу можно будет оформить заказ. И если вы перейдете по промокоду 2019 цифрами, ну, то есть год. Луиза, ваш зеленый меня покорил. О, спасибо, Саш, большое. Вот, по промокоду 2019, то получите 15% скидку на всю продукцию. Соответствующий пост мы сделаем уже сегодня вечером. То есть там можно будет увидеть все, где купить, как купить и какие будут скидки. Ну а сейчас давайте с вами порисуем. Посмотрите, что я для вас приготовила. Значит, мы с вами нарисуем домик, крышу домика сейчас. Я рисую гель-краской. Раз. С липким слоем. Ну, то есть та же самая, что у меня и была, да? Вот. Откуда отправка будет? Из Самары. Отправляем из Самары. То есть вы заходите на наш сайт artnile.su. Так, я бы немножко... Подождите-ка, я что-то проболтала и немножко крышу взяла не очень, как мне хотелось бы. Извиняюсь за хулиганку, но лучше... Что за цвет на типсе? Это у нас S... Так, S10, по-моему, да? Подождите-ка, я сейчас посмотрю. А, S68, простите. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот. S68. А, нет, не специально так повернут. Что там у нас? Как сейчас? Эфир сохранится, да. Так, а свечка необыкновенно классная, та, которая... Скажите, теперь нормально? Это, мне кажется, да, чуть ли не понимаю, что... Повернут, наверное, вот имеется в виду в плоскости, в такой, в горизонтальной. Вот я два раза щелкнула. Видишь, переворачивается. Ну, не надо два раза. Чего? Смахните, так. Все хорошо, да? Ну, отлично. Тогда двигаемся, так, рисуем чуть с вами. Съехали. У Инстаграма прям вообще не везет всегда. Да? Ну давай поправим, чтобы уже не трогать. Ну, вроде вот. Все? Да. И держаться здесь, да, приблизительно. Так.
Рисуем крышу домиков. Пусть экран свой перевернут. Ясно. В общем, что-то там перевернуто, и как это поправить? Да, цвет огонь. У меня знает только Настя. Первая крыша домика, и сразу нарисуем маленькую крышу домика. Вот так. Комменты все закрывают. А вы пока не пишите, вы смотрите. Это сразу мы рисуем окошечко у домика. Так, спасибо, девочки, что помогаете мне, потому что когда ты уже слепой и едва видишь то, что ты делаешь, то очень непросто параллельно возиться с экраном. И рисуем основание для домиков. Да, видите, все очень просто. Да нет, почему, Татьяна, задавайте вопросы. Мне-то уж это точно не мешает. Вот так. То есть некоторая линия, скажем так, горизонта, да, которая обязательно должна быть. Ну и небольшие такие сугробики. Раз. И два. У нас тут Настя Дубровская. Вы можете задавать вопросы. Настя обязательно ответит на них. Она помогает мне всегда в эфире, потому что знает, что для меня это немножечко сложно и рассказывать, отвечать на вопросы и рисовать. Потому что, когда мы рисуем, я пытаюсь объяснять, как я это делаю. На домике сразу нарисуем трубу, да, как у нас домик без трубы. Это же очень неинтересно. Дымок такой легкий. Я в этом... Да, там видно хорошо, девочкам, да? Да? Второй дымок. Оп. Вот у нас уже. Кто-то курит трубку. Там, кто-то да, курит трубку, да, или кальян. Здесь вот нарисуем маленькие елочки. Раз. И два. Такие вот маленькие веточки, да, техника такая похожа на вензельную где-то, да, потому что очень все тонко. Здесь мы нарисуем елочку побольше. Курит трубку бабушка моя. Настюша очень рада, что ты уже шутишь. И уже ждем тебя на работу. Да, чуть поближе сделаю. Угу. Нормально? Да. Так. Такие вот у нас веточки у елочек, да? Согласны, девочки, что где-то это похоже на вензельную технику, да? Что-то народу-то совсем в перископе нет. Все оливье доедают. Слушай, это факт. Все заняты так вот тут вот, прям в край дадим, потому что иначе у нас елочка такая не получается пирамидкой. Все спят и едят, точно. Классные праздники, конечно, после того, как, девочки, вы потрудились удачно и успешно. Отдохнуть хотелось бы, да, тупо полежать даже где-то перед телеком. У кого-то активный отдых, кто-то вот отдыхает. Сейчас я рисую снежочек. То есть просто такие вот точечки, которые я специально хаотично разбрасываю, но стараюсь это сделать ажурно, да, так, чтобы не нашлепать одинаковых точек рядом. Где-то маленькая, где-то большая. Где-то они на ближнем расстоянии, где-то на... дальним друг от друга. Ну и все. На этом у нас с вами прорисовка закончилась. Кому нужен глянец, тот оставляет и сушит так. А кому нужно
чтобы на глянцевом фоне была матовая поверхность, мы с вами аккуратненько возьмем и засыпем все прозрачной пудрой мелкозернистой, да, мелкого помола. Как следует засыпем, чтобы наш гель с липким слоем хорошо, хорошо впитал пудру и получился таким вот красивым, текстурным и матовым, да, на нашем глянцевом типсе. Тихонечко вот так вот все стряхнем, отправим в лампу. То есть ничего здесь такого нового в технике нет, все старенькое, ну просто такая вот легкая, быстрая прорисовка для нашего клиента, уставшего уже от всяких страз, блестков и так далее, да, чисто для разнообразия. После новогодних праздников, думаю, будет интересно. Сейчас у нас как следует все застынет, и мы с вами посмотрим, что получилось. Итак, повторяю, с сегодняшнего дня по промокоду 2019 на нашем сайте artnail.su вы можете купить всю продукцию ArtNail со скидкой 15%. artnail.su. И вот промокод так. 2019. Да, промокод будет 2019. Он уже доступен. То есть вы можете его там вбивать. Обязательно нажимайте «Применить промокод». Тогда скидочка посчитается. Вот. Пожалуйста, да. Попробуйте наши материалы, кто не пробовал. Кто уже пробовал и ждал скидок, то ваше время пришло. Скидки наступили. Да, многие девочки нам писали. Мы говорили, что буквально-буквально вот на днях у нас будут скидки. Поэтому покупайте. Здравствуйте. А почему картинка боком? Потому что она боком. А вот так. Вниз головой, да. Можно так. Боком или боком? Ну, боком имеет в виду, что не прямая. Я не знаю, как это поправить. Да, про экран я поняла. Ой, девчонки. Наверное, они говорят, что они хотят вот так вот, наверное, ровно. Ну, тогда как рисовать? Нет, а мне кажется, они не это. Просто у нас как-то перевернулась картинка. Экран по горизонтали. О, отлично. Видишь, уже все отлично. Когда мы закончили. Так, ну посмотрим, что получилось. Да, всех с Новым годом. Спасибо всем. Да, 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 да. Вот беличьей кисточкой своей любимой я стряхну аккуратненько пылюку. Акриловую пылюку. Там я плохо вытерла предыдущую, когда смахивала. Вот. И вот что у нас с вами получилось. Да? Морозец. Два домика, снежок и красивый блестящий глянцевый фон. Ну вот, в принципе, все, что я вам хотела сегодня показать. Надеюсь, вам дизайн понравился, и вы его повторите. А я обязательно посмотрю, когда вы мне пришлете свои работы в личку, да, на шоп ArtNail. Все знают, что писать можно в директ, отправлять тоже. Леночка, здравствуйте, вас тоже с Новым годом. Только вас увидела. Всем всего доброго. Жду вас здесь снова. До свидания. До новых встреч. Покупайте нашу продукцию ArtNail со скидкой 15% с 5 по 10 января. Всем пока-пока. До свидания. С вами был магазин на диване. Помните, каналы такие.